Короче говоря, я купила LOL. Был обычный день, выходной, и я в своем телефоне искала вдохновение для того, чтобы снять для вас новый DIY. Также я пила чаек. Чаек уже заканчивался. Помимо чайка, я еще кушала печенька. Это было Орео. Взяла последнее печенье из пачки, начала его кушать. Тут я осознала, что уже последнее печенье, чай заканчивается, а я так и не нашла вдохновения. Вот и чай окончательно кончился. Снова схватила свой телефон, но там ничего, как всегда, нету. Я расстроилась, но тут мне в голову пришла идея. Я же могу посмотреть, что во вкладке в тренде в YouTube. Открыла компьютер и зашла в YouTube. Зашла во вкладку в тренде. Поняла, что все как всегда, там как всегда какой-то бред. Да уж, это не по моему стилю. Лучше я посмотрю, что на главной странице мне дает YouTube. Пролистала всю ленту. Поняла, что там очень много вот таких вот видео, как LOL распаковка, LOL сюрприз и так далее. Поделки оригинала. Мне эта идея понравилась. Что, если мне тоже купить LOL и сделать распаковку? Решила загуглить LOL купить. Посмотрела на цену. Много было запросов, но цены слишком дорогие. Я подумала, нет уж, как-нибудь в другой раз. Я лучше схожу на базар, что-то куплю. Именно такой была моя реакция. Закрыла вообще свой компьютер и отбросила в сторону. Он мне не нужен в данный момент. Одела быстро куртку и начала собирать рюкзак. Все, что я взяла с собой, это был кошелек, который я делала в одном из видео, а также мой телефон. В принципе, все, что мне надо для покупки LOL. Обула сначала правый кроссовок, потом обула левый кроссовок. Быстро закрыла входную дверь на два замка. После этого я закрыла быстренько калитку тоже на два замка и отправилась на базар, туда, куда глядят глаза. По приходу туда услышала вот это. Распродажа, подходим, покупаем, распродажа, детские игрушки, покупаем. Не проходя мимо, я заглянула на эту идею и решила пойти посмотреть, что там есть, и купить себе LOL. Здрасте. Здрасте. Что вы хотите? А у вас есть шарики LOL? LOL? Да, есть у меня. О, это конфетти-поп? Да, конфетти-поп. Хорошо. А сколько он стоит? 200 гривен стоит. Вот вам, держите. Спасибо. Вот вам шарик. Спасибо. А скажите, а это оригинал или подделка? Вася, иди сюда. Мужчина, мужчина, поставьте. Женщина, да, я не знаю, оригинал, подделка. Дома у мамы спросите. Я не знаю. Все. Ладно, спасибо. До свидания. Да, до свидания. Угу. Витя, иди сюда. Да, это 15 гривен, хорошо. Угу. 10, да. Да. Угу. Все, что ты пришел? Я тебя не звала. А, точно. Я уже забыла, что я хотела. Иди. Короче говоря, вот так вот я купила LOL.